Всем привет! Вы на канале Маша Машуня и Лялечка Юля. Не забудь подписаться на наш канал, если еще не подписан. И не забудь поставить этому видео лайк. А сегодня мы вам покажем классный набор, который мы заказали в Будинку Игрушек. Ссылка на него в описании. Вот такой крутой набор. Он очень классный. Что это такое? Этот набор называется «Магический сад». Здесь надо самому выращивать кристальное дерево. Здесь очень много разных наборов. У нас набор в море. Еще это дерево будет где-то расти 12 часов. Так что это видео будет 12 часов. Где-то так. Да. Самое длинное видео. Давайте распаковывать. Погнали. Давай. Это класс, это дерево, где будем мы делать дерево. Вот, оно должно выглядеть где-то так. Это подставка. Подставочка. И здесь сюрпризы. Всякие штучки. Вау, ребята, и тут красиво. Сейчас слаймер Маруся уже найдет применение этим всем штучкам, да? Шармики, блесточки для слаймов. Шарфики для слаймов, добавочки давайте для слаймов. Давайте распакуем... Нет, что-то мне подсказывает, что это не слаймы. Это песочные. Давайте распакуем сначала камушки. Стой. Тихо, мне не открывай. А что там? Там дерево? Там, да. Нет. Короче. Юля у нас больше специалист, поэтому я предлагаю тебе довериться ей. Что? Тут маленьких камушков 6, фиолетовых. Кстати, эту коробочку нельзя закрывать, когда растет дерево. Да. Потому что оно не вырастет. И такие два больших камушка. Стоп, это оно уже стояло, и я поломала? Где это? Это не надо. Нам. А вот это надо? Это, наверное. Стой, стой, стой. Мы положим потом это. Теперь сами жители. Ух ты, здесь такие классные песочки для слаймиков. Но не трогай. Нет, это не для слаймиков. Хочу тебя расстроить. Ой, вот этот поболее. А этот очень прикольный, вот этот для слаймов. Это ракушечка. Моего любимого цвета. Слушай, два пакетика, а тебе не жирно? А это котик. Шарники, покажи, какие крутые. Они сейчас... Единорожка, дельфинчик. А ну показывай мне, что же в шарниках. Таких, наверное, нету. Ух ты, у тебя нету таких шарников, да, бедняжечка? Ну тебе не судьба их получить. Вот, наверное. Где? Ну... А, да. Это дерево. Вот это реально тоже прикольное. Для слаймов. Нет, это для дерева. А вот Юля, это расскажи. Дерево. Каркас для дерева. Смотрите, что там было. А теперь... Вот наша отметочка, и до нее надо долить воды. Наливаем так, чтобы только больше не налить. Вот так. Смотрите, насыпаем весь этот порошок. Вот сюда вот. И теперь его надо перемешать. Мешаем примерно одну минуту. Я мешала это больше, конечно, минуты, но все кристаллики. Да, растворились. Вот. Теперь надо закрыть вот эту крышечку, чтоб щелкнуло. Ну так, все. Теперь ставим наше деревце. А теперь декорации. Класс. Теперь сыпим классный песочек. Разноцветный. И я буду украшать, как мне понравится. Наполовину мы сыпем вот такого цвета. Ну а теперь я свое морское дно украшу шармиками.
которые очень понравились Мане. Результат я вам покажу. Вот пока я сделала свое деревце так. Ну, это я пока сделала. У меня есть целых 12 часов. Я еще подумаю, может переделать. Ну, вы все равно в любом случае посмотрите. Смотрите, какое дерево у меня выросло за 12 часов. Я думаю, что оно еще вырастет. Ну, пишите в комментариях, вырастет оно или нет. Вот это колбочка. Теперь, когда оно только выросло, можно закрыть. Вот. Напоминаю, заказать этот набор можно по ссылке в описании. Вам понравилась эта игрушка? Мне очень. Тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Пока! Муа!